апартамент с одной спальней в отеле Адмирал Плаза. Зона кухни. Холодильник, микроволновая печь. Стиральная машина. Посуда. Это зал. Здесь обеденный стол. Телевизор. В зале диван двуспальный, кондиционер, выход на балкон, и идем с вами в спальню. В спальне двуспальный диван. Он очень похож где-то и на кровать. Очень удобный. Шкаф. Шкафу постельное белье, полотенце. Здесь полочки. И в спальне тоже выход на балкон. И зайдем с вами в ванную комнату. В ванной комнате вот это стекло, это непрозрачная дверь. Это если мы ее закрываем. Это зеркало на полный рост. Все открываем. Удобство ванной. Душ, бойлер, горячая вода через бойлер. И возвращаемся еще раз в зал и пройдем с вами на балкон. Балкон довольно-таки не маленький. Здесь тоже стол, растучка. Вот. И теперь по поводу вида. Вот вид здесь получается вот такой. Здесь очень прохладненько. Нету шума. Здесь вид на улицу, но улица абсолютно бесшумная. Здесь мало проезжает автомобилей. Так что тишина и спокойствие. Очень хороший денек, потому что слоняет дерево. И еще раз говорю, до моря 100 метров. Тихо, спокойно. В апартаменте легко может поместиться 4 человека. Можно 3, ребенок. Вот такой вот апартамент. Адмирал Плаза, Солнечный берег.